Хари Кришна, дорогие, прекрасно любимые души. Вот проявился наконец Шрила Прабхупада. Вот он здесь, вот у меня на фоне сейчас пока. Весь в золоте, сияющий и прекрасный. Сейчас покажу вам его поближе. Что, идем смотреть? Вот, наконец-то, готовый портрет Шрилы Прабхупады, 80 на 80 сантиметров, холст, масло и золочение. В данном случае это паталь, имитация сусального золота. Она еще сохнет, эта картина, еще будет сохнуть какое-то время, может быть, недельку. Вот, и вот видите, тут объемчики вот так вот видны. Сбоку объемные листочки. Вот. И потом я покрою лаком. Даже покажу, наверное, вам этот процесс, потому что он будет немножко необычный. Не такой, как всегда. Потому что здесь паталь очень необычным способом нанесена. Вот. Еще я вам покажу, как он сияет вечером, а не днем. А вот так вот сияет наш Шрила Прабхупада вечером, уже даже ночью. Свет выключен, но напротив портрета Шрила Прабхупада алтарик. Вот. И свет, когда попадает, о, вот такое вот сияние, да, вечером. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.